Мотоцикл – транспорт для души, говорит водитель со стажем Валерия. Как только на улице установилась теплая погода, девушка колесит по самарским дорогам только на своем железном коне. Считает это самый безопасный вид транспорта, особенно сейчас, когда нужно соблюдать социальную дистанцию. Главное не забывать и о другой дистанции на дороге. Правила – соблюдать правила. Не мешать другим и смотреть за всеми, кто не включает поворотники и не смотрит за дорогой. Ежегодно мотоциклистов на дорогах Самары становится все больше. Все маршруты любителей быстрой езды инспекторам известны. С открытием мотосезона сотрудники ГИБДД проводят регулярные рейды. Среди самых частых нарушений – превышение скоростного режима и проблемы с документами на технику. Есть среди них, к сожалению, такие, которые сознательно нарушают правила дорожного движения. Ну, к примеру, допустим, эксплуатируют мототранспорт без государственной регистрации, без регзнаков. Есть как бы другая проблема, когда они не имеют документов на право управления, документов, подтверждающих право собственности на данное транспортное средство. Причем это именно умышленное нарушение. И как бы иные опасные маневры – это и превышение скоростного режима, это и выезд на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие прав на управление транспортным средством, уровень шума мотоцикла и наличие защитных шлемов. Но главное, выясняют, есть ли основания для нарушения режима самоизоляции. Без справки от работодателя водителю железного коня грозит штраф. Лариса Шлафаст, «События».